говорил, что на обед наш пастор пошли. Мир принял. Приходи, брат. Он за маму там. Так, когда загрузили? Сейчас. А сегодня ты сам этого закрывала руки. Разворачивай. А как нет, когда ты ставил у тебя? Это была другая рубашка, говорю. Он переоделся. Другая рубашка, говорю. Она на заклепках, и так это. Хорошо, а зачем ты ее надела? Сказал, что тебе надо. Белую рубашку хорошо. Мог тут пришить или как? Нет, не мог. Кроме того, сам у тебя опять упущенные рукава были. То есть ты играешь. А кто тогда мог догадаться, что это другая рубашка? Это она вообще... Откуда бы я знал это? Та белая, это голубая. Ты мог сделать, что я просил тебя? Ну, это я сделал. А та, вот так я сделал. Где твоя рубашка? Висит, ну. Где спишь там? Да. Понимаешь, прямо тут их ставишь. Тебя, Надежда Васильевна, просит братья увезти, или ты сам подходишь? Просит. А? Просит. А почему она просит не его, а я от тебя? Я ближе был. Потому что один дух ваш, вот в чем дело. И она сразу делает себе плохо. Не прикасайся к ней больше. А его так начинает мотать, она как будто бы с парашюта только что упала. И сразу она... Здесь стоят дверь, она не пошла, она сказала, с тобой туда, то есть она уже скрепилась. У нее тяжеленное положение духовное, а от тебя подпитка идет. Она уже с собой не рисовать сейчас. Вы не понимаете, ни в духовном, ни в нравственном. Ради воскресенья я тебя сегодня оставляю. Понедельника давай мне его в клетку и вот так решили твои рубашки. Понятно? Я ее сам положил. А? Я ее сам положил. Не сумку, а сюда приезжайте. Ну ладно. Садись. Ее надо найти. Я бы там сел и показал. И вот идет такая солидная женщина, черная вся. Мусульманка видно где-то. Ну, сравнить с нашими не приходится, она и груза, и все, но все равно приятно. По полной форме одета. А почему? Потому что заботятся. Она вернулась, еще раз где-то. Ну, вернулась, а больная хижаб сняла. Сразу же она с мулой, и вот сестра, надень хиджаб. У меня его нету. Сестра, купи хиджаб. Он ее со всех сторон, дальше мулла там, имам, шейх, а ей шагу не дают. Ну зачем ты сделала так? Ну, парень понравился, я так, а ему не нравится так, вот одета. Парень твой в могиле лежит, тебя туда опустят сегодня. Ты будешь с ним сидеть там? Доводы серьезные, они заботятся. Я вот сколько видел, вот это честно все, добро надо взять. А почему с детства? Так, скажи, чтобы не махал. Не надо от себя запахи пускать. Они заботятся о женщинах. Они развратники сами. Мужчины там такие. Но о женщинах заботятся. И вот она одета, как мешок. И держится за него. Где-то в Италии. И она идет, как будто бы мешок, завязанный с картошкой. Вообще непонятно где. Но он знает, она при нем, и никаких разговоров. Дальше, женский пляж. Забор, чтобы не видно было, а где заходит полицейская женщина. А для женщин придумали одежду, которая свободно вода проникает, чтобы она купалась в одежде и была в воде. У нас никогда на это не пойдут. И чем она больше раздета, тем она популярнее. И пока зачем не в воде делают. Поэтому ее можно ли туда вернуться? Никогда. Это от основания до макушки надо быть. Как они заботятся. Вот в Ветхом Завете было. Выдали замуж. Хуту оказалась недельщицей. К дому отца подведите и убейте камнями.
И никто не мог заступиться, никто. А если это дочь священника, подведите в дом отца и живем сожгите. Почему ей больше было велено? Это Библия говорит. И мусульмане этого придерживаются. Вот они пасут, ну двое, и решили барашка покушать. Закололи. В это время на огонек подошел один. Садись, брат. Когда кончилось варево-то, их там где-то 34, что ли, уже было рядом. Ночью идут стены костей. И никто лишний не будет. Помаленьку всем. Водичка там, конечно. Как это может нам не нравиться? А у нас как, пустил ночевать, гляди к утру и все отнимут. У них это смертный грех. Я с мусульманами прямо рядом был, в их стране же, сегодняшней. Ну а было так, что обманули. Может быть и было, а со мной не было. Отказаться не можешь. Как они разговаривают? Как они чтут родителей? Я попал под драку однажды, темнялось и так, и я иду с братом. Что они там не поделили? Но не толпой. Догоняют моего брата, как шелканули его кверх ногами. Один подбежал ко мне, увидел, кричит, не трогать, аксакал идет. И меня пальцем никто не тронул. А он с аксакалом, так он сам мне дал еще то, что надо. Сдачи не даст. Это я сам испытал, увидел. Поэтому я хвалю мусульман. Смирнов, я Дмитрий их хвалил. Ну, я не про это говорю, а то, что надо доброе брать. Вот мы в библиотеке развозили книги, и везде женщины. А там коснулось мусульманство. Зашли, идем, а так вот с первого этажа на второй, полэтажа внизу. А здесь написано «Комната для намаза». Ну, мы увидели, за рук там висит. Проходим мужчина, библиотекарь. Это все у нас заснято, где-то ролик надо посмотреть. Ну, поговорили немножко, книги я ему подарил, он сфотографировался с нами, коренастый такой. Мы говорим, а вот у вас там комната для намаза, можно помолиться? Руку. Открыто, заходите. Ну, мы разулись, как у них положено. Один снимает, а другие молятся. И мы помолились о той стороне. Обо всем узнали, тяжелое положение. Говорят, эту ночь вот там-то храм был, священника застрелили. Я нигде больше не видел, чтобы охраняли снайперы. На улицах снайперы стоят. Ну, нас Бог миловал. Там женщины одни узнали, что мы за этим идем, даем. Они нас в магазин завели. И вам что-нибудь надо? Мы говорим, да нет, вроде бы так. А мы можем вам дать, она вытаскивает вот такой вот сыр, видно, швейцарский. А то мы не возьмем, у нас пост. А что можно? А вот это, я говорю, лаваш, лепешка. А к лепешке он помидоры, мы бы взяли. Они тоже нагребли, но много не надо. Мы помолились, поблагодарили, сфотографировались, и потом на этот магазин послали фотографию. Какие у меня воспоминания? Доброе надо брать. Они не такие, да, не такие, а мы-то тем более для них не такие. Вот мы остановились там на одной вершине, такой возвышенность. Дальше в низине город, а здесь дальше через город переходили. Тебе скучно, наверное, Вадим, да? И вот смотри, в это время останавливается машина и вылазит, мы не знаем кто, ну как, такой же русый. Застелил дастархан свой, но лет 18 больше ему нет, он даже моложе выглядит. Встал на колени и стал молиться. Ну у нас какой шофер молодой где-то будет молиться. Понятно? Я помню, подошел, кажется, к нему и сказал, тут очень нехорошее место. Они на нас было насели, которые там берут, налог наложили. А у нас собака. Я подошел с собакой, они там по сторонам. Собака ученая. Столько занимались ей, но они не захотели знать. А этот парень залез в кабину, по газам его больше нет. В одном месте мы стали молиться.
А женщина успела подойти и говорить: у меня муж мусульманин. И вы вот молились, говорит, он смотрел и похвалил. Можно с вами молиться? Мы недалеко, на заправке. И когда мы молились, и они стали молиться. В дороге едем, если где-то там дорогу делают, мусульмане нанятые, мы начинаем молиться. У меня 100% гарантия, что нас никто не тронет, они в обиду не дадут. Но можно взять это для себя. Запрещают вообще. И с ними беседовали, говорили, библиотеку сдавали. Я послал Рамзану Ахматовичу Кадырову, получил благодарность, и вот книги-то ему не нужны, он их передал православным церквям. На бланке документ. Я вот все это рассказываю, потому что мы православные кое-что изменили по отношению к людям. А, бежит, но спасает Россию. Это наработка до революционной России. Один говорил когда-то, вот и так обращайтесь все время, а случись, не дай Бог, революция, они все туда потянутся. Так и получилось. В правительстве 138 человек было, там 132 евреи. Это еврейская революция. А что, ничего, получай, назначено нам это получить. А что будет впереди? Молитва, милостыни мы можем как-то еще задержать, но уже еще не изменить. Потому что наше поведение, оно вызывающее для всего мира. Так, у нас время еще есть, наверное, нет? 12. Вы приготовьте вопросы, какие есть, кто уезжает. Притом, когда будете дома, не забывайте... Занятие по Библии. Общий скайп. Вопросы задавайте. В школе. В школе. Где экзамены? Себя даже увидите. Где экзамены? Так, Николай, ты мне не скачал последние дни? Перед крещением. Прямо скачай. Занятие по Библии. 12, что? Дорога, ты вот бежал, узнал, я, может быть, русский ролик сделаю. А после с вами соединить надо. За неделю, кажется, у нас ни одного ролика не появилось. Я спрашиваю, почему? Оказалось... Тот, кто ставит, она говорит, а не поступала. Это значит, или батюшка что-то не так сделал, или кто получил, не передал. Кому последнему давали, не повезло. Ну, крещения даже не было еще. Не было. А мне ответа не дали. И дала ОЗ. Вот так. Так, вылазит?